Оливея, это я. Сегодня Оливея, у Оливеи исторический день. Она впервые едет в поход, на вылазку с ночевкой со своей школой. Впервые в жизни, в свои неполные 6 лет, будет без родителей ночевать в домике, в горах. Вот взяла рюкзак, два рюкзака вернее, спальный мешок. Все у нее для этого есть. Так что сегодня Оливея будет приучаться ко взрослой жизни. Да, Дотя? Дети выходят со школы, дружно отправляются к автобусу. Так, а Оливея? А вот Оливея. Оливея со воспитательницей и со своим другом. Я еще не ухожу, Оли. Я тебя провожу до автобуса. Ну и вот такой, собственно, автобус, или как здесь его называют, автокар Хесус Морено. Очень даже приличный. Серьезный автобус. Сначала они будут складывать свои вещи, багаж. У каждого ребенка по одному большому рюкзаку и по одному маленькому. Большой рюкзак идет в багаж, а маленький – это ручная кладь. Вот. Вот такие маленькие они оставляют себе. Там у них бутерброды, всякие платочки. В общем, то, что нужно для путешествия. У Оливеи тоже один большой рюкзак на плечах и маленький розовый в руках. Отсюда не видно, стекла тонированные, но Оливея сидит вот здесь, прямо в самом спереди. Ей будет и сюда видно, и сбоку. Ну, она у нас хитрая девочка. Да. А вот чуть-чуть видно, как она ручкой машет. В общем, путешествие в колонию, так называется у них это, ехать в колонию. Началось.